Спасибо, Кирюх. Я типа, окей, там, одному, двум ответить, окей. Но тебе, когда тебе, блин, каждое сообщение такое пишут, это вообще уже забей. Просто уже игноришь их. Обижаются. Вообще насрать. Не? Ну, есть чем воевать, в принципе. Такой вектор, ни брони, ни шлема. У меня чел в доме пробую убить его сейчас. Тут еще один! Да ты рофлишь нахрен! Он ФК просто стоял все это время. Хилюсь. Я думал, тут соло чел. Короче, в тюрьме в этой. Охренеть, блин. Я сейчас так просто пересрал этого чела. Как он меня не убил, я вообще в шоке. Это, по идее, билет в лобби был сейчас у меня. Но я что-то его как-то скипнул. Но ты справился. Там чел очень плох был просто. Нормально, мне там залетело сейчас челик. Ты топ, передай привет залу. Молодец. Сэм и Рамик. Там их двое, кстати, мне кажется, потому что разные шмот. Сейчас я с крыши пикну. Давай. Не вижу. Вот в тюрьме, да? Да. Один на первом этаже. Там их двое. Нок. Голову. А, как же плохо. Хорош. Блин, нечего кинуть им. Короче, резаться будет. У меня хаешка. Можешь закинуть, не резай пока. Ты пипец, ты крепишься у меня. Все нормально. Трыгаюсь? Подрыгивался. Есть аптека какая-нибудь? Да. Вот это супер. Блин, у меня каски нет. Хреново. А, иди нахрен, блин. Это не решетки. Так, сливай пиво. Хз, я в решетке, походу, даю. Там мастер игры, короче. Запушить да, на... О, велмак на вектор. Да, похлебал. А, который мне не взялся. А, у меня 17 девяток всего. Что-то они перестали пикаться, кстати. Так запушим просто и все. Доели уже. Ползай. Да надо тебе просто убить их и все. Он не поднимает. Сейчас будет поднимать, ты успеешь его убить. Пока он не успеет резнуть. Сразу раш его тогда. Уже поднялся, подал. Да. Семерки подъехали, слава тебе, Господи. Тосты! Гочелин, касочка, ну все, взять топ 100 тысяч рублей награда. У тебя по хилам тоже, наверное, уже ничего нет. Не, бинты чисто. Бинты, два буста остается. А, Селиван, спасибо. Гочелин, выпить 3 литра пива на стриме и взять топ 1 100 тысяч рублей награда. А, я не пью на стриме, и это...
Смахивает на разводилово какое-то. А, вот дом не лутный, кажись. Чтобы челик давал челлендж на 100 тысяч рублей, при этом донатил 50 рублей, как-то выглядит неубедительно немножко. Тосты! Но я в любом случае не собираюсь бухать на стриме. Спасибо, Тео. Спасибо. Привет, передал, держи кулачок. Спасибо, Тео, спасибо. Да нормальная жопа, ничего не горит. Спасибо. Кстати, мутант видел? Нет, мутант-то видел? Нет, ля какой. Вот мутант вообще огонь. Нереально научились скины делать, смотри. Ну, я его видел, типа, за бабосы, да? Да. Угу. Красивый. Так они специально, сначала какашкой кормят, потом к десерту приучают, и там все лучше и лучше. А то сразу... Может быть. Хорошие скины давали. А, блин, я, кстати, без брони даже. Я что-то в челах даже не посмотрел, была броня, не была. Может, пропустил. Да сейчас мы найдем что-нибудь. Надеюсь. Дома так тут место. Первый броник нашел. Тебе X2 нужен? Да, 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 да. У меня холик, хотя бы X2 будет. А пятерки нужны, кстати? Да, 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 тоже. Окей. Сейчас я дам. Тут точка есть. А с чего ты там пятерки собрал? Скар вроде бы. Учил. Тут первая броня еще. Угу. Ну это было у челиков тех. А 2х? А, все. Благодарю. Я да на здоровье. Слышишь? Да. Это на горе как будто где-то точка. Бжикнула. Это двушки. Две двухэтажки рядом стоящие. А, думаешь, там мне что-то казалось вообще где-то правее. Ну я так чисто быстренько услышалось. Угу. Да, тоже. А, деда Джей, блин, спасибо за донатик. Ну, наверное, за и то передай привет Зауру, Сэму и Давиду. Привет, ребятам. Привет огромный. Спасибо, дядя Джей. Спасибо большое. А, зона идет. Я, наверное, маток пойду возьму. Нет, тут же стоит тачка. Стекла разбились. Они сейчас будут уезжать. Понимаю, как не нокается. Один в говно вообще за забором в конце они. Голову мне дал еще. Не голову, а в тело вообще-то. Они забежали внутрь. Забором. Один без башки. Зашел в дом тоже. Скричку, он, блин. Один, возможно, под забором так и сидит. Одного под забором я, ну, слева, который был, я ему в голову дал, он в дом зашел. А. Сейчас я запуститься хочу, бущусь. Блин, они сейчас это... Не, на мутанте 18 патронов осталось. Шлем снял, челу. Тоже снял. Блин, кинуть нечего. Нокнул. Хилюсь. Спрыгнул. С моего дома. Окей, тихо. Пробежал. Дом, да? Да, у лестницы вот. Тут у меня. Угу, хорошо. Да пройти, пожалуйста. Нет, дайте полутаться. Я не знаю, где-то там. А, вот он нашел. Коряк. Брать коряк или нет? С мутантом побегу, нафиг коряк. А у него ДМР какая-то есть? Коряк тут. Не, коряк нахрен не хочу.
Я вот возьму. То в голову пару раз дал чуваку. А он не нокается. Понимаешь, да? Угу. Не делал. Сколько у тебя в тех теперь? На две. Я тоже скинул. Дай мне 25 штук. А, ты выкинул СКС-ку? Да. Блин, чё? Не, ну лучше СКС-очку, конечно, взять. Тем более у меня компенс есть. И подчётчик, она у меня вообще фул будет. Всё, хватай. Я мотак сейчас погоню. Давай. А где-то облегченное цвё, по-моему, было, нет? Это давно вот, было и неправда уже. Ну я если бы увидел, я бы точно взял, у меня СКС была. Сейчас, Санёк, кружку отнесу. Давай, 5 секунд. Я тут ищу. Обнова в этом, в ВК, ребят. Там, кстати, смотри, как самолет-то был. Там сейчас синьки вообще нормально челов попрет. Где-то здесь, наверное. Здесь. Чай хильнус. Let's go! Слева два типа. Я просто не хотел вставать, если вас с общак начали бы херачить по нам. Там еще один. Второго не вижу, я кручу лево, короче. Нокнул. Дальнего. Ближнего еще нет. Хорошо. Убил. Капец, вроде ему до этого шот дал, он сейчас в голову со СКС не нокнулся, нифига. Странно. Это куда-то совсем справа, не Собчак даже, по-моему. Почему не... А, это скейк, это кемп, кемп. Это, да, это не Собчак. А Собчак еще стреляли кто-то. Кто-то кого-то. Я пойду найду еще пацана. Ой, СЛРочка, здравствуй. Что-то мне кажется, твой самый богатый был. Ну, не особо тоже ничего нет. Блин, это такая годнота, просто перетащил пуху и все. СКС-ку просто взял СЛР-ку, хоп, и все. Ничего не надо скидывать нахрен. У нас чел посмотрит, откуда... А, это матак запи. Нас же матак увидел, подумал, чел сидит. Вот так на чела был похож, как будто реально чел сидит выцеливает уже. Зона. А эти сапчак-то и собираются куда-то. Ну, поехали, покатаемся. Сапчак. Звучит как Собчак. Блин, я детскую тему даже помню. Что было бы, если бы Чак Норрис женился бы на Собчак? На ком, на ком? Ну, если бы Чак Норрис женился бы на Собчак, Ксюша. А что было бы? Чак Собчак. Чак Собчак? Как Чак-Чак? Тосты!
здесь? Если бы, конечно, он ее фамилию еще взял. Залгадис. Нихао. Здорово, здорово. Спасибо большое. Тебе, Сань, Залгадис привет передал. Как еще? Залгадис. Залгадис, привет. О, на трюках чела. Мне кажется, оно лутанное. Да-да-да. Вообще вы... Её голый чел залутал, там вообще ничего нет. Блин, мне показалось, как будто ты вышел. Нет, Саня, на худ смотри. Остановись заранее, не залетай туда. Хилюсь. Там чел еще, помнишь? На другие файты. Да. Ты их видел? Да, один в тачках на 175. Нокнул. Первый этаж, первый этаж. Убил. И второй этаж. Да, что там происходит нахрен? Весело. Веселье хотел. Тот шестерку что-то дропнул. Ты нокнул, да? Не, я убил, убил. Там еще левые челыки сидят. Бахнул. Там у них этот... Оргия какая-то. В домике. Да вообще. А где бахнул? В втором. Спасибо. Что да. это? А, это дым. Он хотел дым давать внутрь? Нет, еще должны быть челики в кустах. Блин. Где, где? Да как у... Заползи внутрь. Или что, ладно, ладно. Тосты! Чем облегченные цифры? А, понимаю. Сани, привет, равно. Челы приземлились на крышу. Да, я понял. Тосты! Я есть Грут. Я есть Грут. Я есть точка, точка Грут. Мы есть Грут. Нормально тут у пацанов движуха, конечно, происходит. Да. Он полз под тачку, и ему там просто с груду дал пуль с калаша. Да. И помогло. Охренеть тут. Что происходит, Санька? Жопа полная. Вот как. Тут происходит полная жопа, согласен. 16 человек осталось. А были хаешки? Я не дожал, наверное. 16 человек, говорю, осталось. Так я заметил, да, сейчас. Я хочу хаешки найти себе. Я боюсь, что сейчас еще я начну лутаться, и у меня какие-нибудь челы на меня нападут. Я вообще охренею тогда просто. Залетят. Залетят на лицо тупо, да. Вон уже едут. Злодеи какие-то. Тосты! Кто-кто? Айлосик, точка, 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 даешь топ. Ой, как ляпнул ему. Что за непонятный движ? Движ. Непонятный движ. А непонятный движ. А Саня в лобби сидит. Да. Я еще такой пушу этого чела и такой смотрю, тебя типа убили, чего домой? Потом понимаешь, эти дурачки просто наверх залетели. Да, да, да. А ну лука, чё? Да, да, да. Так, тем, угу. шлем где-то должен быть фуловый, по идее. Наверное. У меня-то? Или тут? Нет, я сорвали шлем точно. Угу. Мне больно было.
Так, у нас там есть мотак, да, есть еще, по-моему? Ну да, мы влетели на нем. Угу. Влетели на мотоцикле. Че, Сань, как дела? А погоди, они тебя задавили или убили просто? Я не пропустил. No. А, ну если бы задавили, баги была бы на подоконнике, да. Фу, на подоконнике, на балконе. Димка, здорово. Наконец-то ворвался. Ты на просто предвидел, поэтому как оставил меня. Начал с лайка. А теперь... Здорово, Сторг. Здорово, братик. Теперь при перевесе оружия без автомата надевается на новый ствол. Да, или да, да. Не показалось. Не показалось. Ребят, ну почему вот это для кого пишут? Не показалось. Так сделали, да. Ты кажи, тебя трясет-то всего. Ё, просто. Чё за фигня? Ну что-то у тебя и нет, наверное. У меня вообще четко ничего не лагает. Да нет, ну это же спеки, как минимум. Бегаешь, бегаешь, допустим. Да, пойдешь и такой... Там ТП-шнул. Да нет, садай, ну всё окей. Ну, слава богу, на данный момент. А у тебя бэкап стоит или нормальный сервер? Угу. Бэкап до сих пор. Чё-то я не рискую на нормальный сервер, кстати. Помойка начнется. Это да. А, баги на балконе в натуре, я даже не заметил. Что, простите? Да как оно живет вообще? Не, ну там немножко не залетало. Чуть-чуть. Когда ты уже стрелял. Ну, поначалу, так я до этого как его пробил сильно. Может, третья что-то было? Броня, третья была, ну, блин, стрелялка-то в район головы вроде. Зона, конечно, каев. Просто каев. Крашнуться в кемп не ошибка или ошибка? Ну вот, вылетели же, нормально. Ну, на тогда-то нас было двое, а сейчас-то я один. Ну так же вылетай, короче, и норм. Потом ни по одному не попали, все равно они. Че, у тебя вообще внизу? Че у меня? Я смотрю, где. Где у тебя что? Все плохо. Лакер. В смысле лакер? Я ж прочекал, тут никого не было. 9 живых. Вообще хз. Все там, что ли? Там у будки, наверное, воюют еще. Не вижу никого, блин, сюда. Ну где-то за кроной, прям вот за, где-то в камнях, мне кажется. Да они вот тут стреляют, скажи, вот здесь. Тут ЛГшка, будочка, все дела. Ко мне в спину еще челы выйдут. Это будет весело.
Тань, зону видел, нет еще? Тупо купил зону. Я тебе говорю, я не зря донатил в игру. Зона сегодня вообще. Ты еще спрашиваешь, в смысле лакер? Зона просто на моей стороне, понимаешь? Я не зря сегодня вдонил в него на скинчике. Игра чувствует, на кого сходиться. Блин, я боюсь, что там какая-нибудь крыса в поле лежит, и она меня... Начну файтиться, и в спину мне начнет стрелять. А, так осталось-то три врага. Понимаю. Чел, вообще пофиг, что в него попадают, он стоит дальше фигается. Но там в кемпе, получается, дуос, наверное, сидит. Неужели сольники одни? Что-то я сомневаюсь. Хаешки есть? А, есть. Ну, точнее, последнего. Привет. Принял видеоблогу, когда говорил про резервный основной сервер. Типа наставил на резервном. Ты еще и аэродроп рядом. Неплохо. Он, по-моему, вообще на ходу даже сделал. Неплохо, да, неплохо. А приблизь сань карту, я в зоне же вроде здесь, да? Че? Да, забор в зоне еще. Я не думаю, что у него там много смоков. Чпань. Это просто вот эти, молодца. Понимаете, вот эти как бы перчаточки, все вот эти. Кофточки все, да, но это просто все. Это все для зоны как бы. А я не понял, как я взорвал вообще чела, какой хаешкой. Когда выбежал, смотрю, кого-то взорвал вообще. Нормально. Ребят, кому понравилось, палец вверх, не стесняемся. Хорошая каточка очень. Че, пацанчик, конечно, на движухе, что на движухе. Ты их зафокусил, а не его. Он прям за ними шел. Да, они пиво убили, типа. Мы, типа, в соло, короче, их разорвали в бутер, грубо говоря. С челиком этим в топ-2, который был. Угу. Да, мне понравилась каточка. Ой, мне тоже. Весело. Весело. Я тоже весело.